26 августа 1812 года. 124 километр к западу от Москвы. Поле у деревни Бородино. Две огромные армии вели последние приготовления к одному из самых кровопролитных сражений эпохи. Четверть миллиона человек. Более тысячи орудий. Здесь, у Бородина, решалась судьба всей военной кампании. Судьба Москвы. Судьба всей России. Лишь только забрезжил рассвет, во французском и русском лагерях ударили барабаны и зазвучали трубы. Около половины шестого утра более 100 французских орудий начали артиллерийский обстрел позиций левого фланга русских, где находились флеши Багратиона. А первые отвлекающие атаки Наполеон провел на правом фланге. Правый фланг русских позиций у Бородина защищала первая армия Барклая де Толли, 76 тысяч человек и 480 орудий. От противника ее отделяла река Колыч. Войска Барклая прикрывали московское направление и при необходимости могли наносить удары по флангу и в тылу французских войск. На левом фланге на открытой местности позиции занимала вторая армия Багратиона, 34 тысячи человек и 156 орудий. После потери Шевардинского редута у подразделений Багратиона остались только три недостроенные флеши. Поэтому в центре было построено укрепление, отданное батарее генерала Раевского. Наполеон, зная о слабой позиции левого фланга русских, решил главный удар нанести именно здесь. Он предполагал отвлечь внимание русских захватом деревни Бородино, а основными силами ударить в центре, прорвав оборону Кутузова, выйти в тыл, оттеснить его армию к Москве-реке и уничтожить. К отвлекающим действиям Наполеон привлекал не более 20 тысяч солдат. Основная же масса войск, а это 115 тысяч, атаковали позиции Багратиона. Общая численность французской армии составила 135 тысяч человек и 587 орудий. Кутузов имел в своем распоряжении около 150 тысяч солдат, включая, по разным оценкам, до 10 тысяч казаков и до 20 тысяч человек ополчения. Вооруженные в основном пиками ополченцы участие в битве практически не принимали. Пресвятая Богородица, спаси нас! В районе деревни Семеновская французы нанесли основной удар, полагая, что численное превосходство позволит им без труда прорвать русскую оборону. На семеновские флеши надвигались корпуса маршала Вдову, Нея, Мюрата и генерала Жюно. Французов встретили таким плотным огнем, что они, теряя десятки убитых и раненых, начали отступать. Прошло и полчаса, как началась вторая атака. Маршал Даву прискакал к своим солдатам и занял место в строю рядом с ними. Отправьте к главнокомандующему за подкрепление. Передайте Раевскому передвинуть к флешам всю вторую линию войск 7-го пехотного корпуса. Генералу Тучкову направить сюда дивизию Коновницына. Во главе с маршалом пехотинцы ворвались на одну из флешей и завязали ожесточенный бой. Генералы Дессе и Компана, практически все бригадные генералы, получили ранения. Конь под Даву был убит, а сам маршал контужен.
Однако, несмотря на потери, французам удалось овладеть укреплением. На помощь защитникам Флешей пришла дивизия Неверовского. Его солдаты штыками выбили французов с позиций. Оружейная и пушечная стрельба не умолкали. Началась третья атака. Кутузов уже направил Багратиону подкрепление, но чтобы добраться до места боя, им требовалось около часа. 30 тысяч французов штурмовали Флеши, которые защищали 16 тысяч русских. В бой вступили три кавалерийских корпуса Мюрата. Численность французской артиллерии составляла 160 орудий. Две Флеши были захвачены, но затем снова отбиты русскими. Багратион подтянул к Флешам снятые резервы, которые контратаковали французов. Сам Мюрат едва избежал плена. Всю тяжесть мощного удара французов приняли на себя гренадеры генерала Воронцова. Отважные воины почти все погибли на бранном поле. Сам Воронцов был ранен в штыковом бою. Тяжелое ранение получил и командир пехотной дивизии генерал Неверовский. Для поддержки своей пехоты Наполеон бросил кавалерию, которая отбила Флеши. Анри, пушка! Быстрее! Быстрее! Подоспевшая дивизия Коновницына сходу бросилась в бой. Дьявол! Все к черту! Назад! С обеих сторон русские пехотинцы, гренадеры и кирасиры атаковали врага. Колонны Ревельского и Муромского полков возглавлял 34-летний генерал Александр Тучков, младший брат Николая, Павла и Сергея Тучковых. Генерала Тучкова не смогли вынести с поля боя. Его не нашли, так как место гибели воина буквально перепахали ядра. По окончании войны на этом месте вдова генерала Тучкова, Маргарита Михайловна, на собственные деньги построила церковь Спаса Нерукотворного и организовала женскую общину, позже преобразованную в Спасо-Бородинский женский монастырь. Долгие годы под именем Мария, вдова Тучкова, была его игуменей. Шел шестой час битвы. Из воспоминаний очевидцев. Вся местность перед Флешами была завалена телами французов, а позади Флешей – телами русских. Солдаты ходили по крови, которую земля отказывалась поглощать. На небольшом участке шириной менее километра Наполеон сосредоточил уже около 45 тысяч солдат при поддержке 400 орудий. Этой разрушительной массе противостоял Багратион с силами в 20 тысяч человек и 300 пушками. Теперь все. Играйте атаку! Слушаюсь! Играйте атаку! Атаку! Багратионовы флеши выдержали более 6 часов непрерывного штурма. Генералы, полковники, офицеры и нижние чины бились штыками, прикладами, банниками, камнями и всем, что попадалось под руку. Русские войска побеждают французов. Резервы были уже на подходе. И тут осколок гранаты пропорол Багратиону ногу. Князь ранен!
Скажите генералу Барклаю, что участь и спасение армии зависят от него. До сих пор все идет хорошо, но пусть он следит за моей армией. Передайте Барклаю, передайте спасибо и виноват. Виноват. Князь Петр Иванович Багратион скончался 12 сентября 1812 года в селе Сима Владимирской губернии, где и был похоронен. В 1839 году его прах перенесен на Бородинское поле. Отбивая яростные атаки противника, русские ряды, потеряв командиров, отступили за Семеновский овраг. Флеши достались французам, но такой дорогой ценой, что сил преследовать остатки русских полков уже не было. Вскоре прибыл генерал Дохтуров, назначенный командующим 2-й армией. Он организовал новую линию обороны, на гребне оврага установив артиллерию, которая сразу вступила в действие. Наполеон приказал стянуть к Семеновскому ручью все имеющиеся в наличии легкие орудия. Лавина огня обрушилась на подошедшие резервы из лейб-гвардии Измайловского и Литовского полков. Под страшным огнем русских батарей в бой вступили кирасиры Латур-Мабура и Нансути. Кирасиры – тяжелая кавалерия. Для защиты от холодного оружия носили шлем и кирасу. Доспех из двух металлических пластин на груди и спине, соединенных между собой застежками. Вооружались палашом, холодным оружием с длинным клинком весом до 2 кг. Это оружие, позволявшее одним ударом разрубить врага, требовало от кирасира особой силы и выносливости. Железные люди, как называл их Наполеон, без труда сокрушали легкую кавалерию и бесстрашно атаковали сомкнутые каре пехоты. Французская конница перешла ручей и вскоре столкнулась с полками русских кирасир. Поддержанные пехотой и кавалерией, они попытались окружить французов. Тем пришлось отступить. Еще в начале дня, когда защитники флешей отбивали третью атаку, Наполеон направил корпус Багарне на штурм курганной высоты. Здесь расположилась русская батарея генерала Раевского. На бруствере успели разместить лишь 18 орудий, а перед ним вырыли ряд замаскированных волчьих ям с вбитыми на дне колями. Багарне долго обстреливал высоту из орудий. Когда ему показалось, что батарея русских разбита, он бросил в атаку пехоту. Но ямы-ловушки, русские стрелки, укрывшиеся в зарослях, и летящие ядра заставили французов отступить. Артиллерийская канонада не прекращалась ни на минуту. Все склоны и подходы к опорному пункту были усеяны телами. На батарее заканчивались заряды, и скоро все орудия замолчали. Бригада генерала Банами перешла через ров и ворвалась на батарею. Началась рукопашная. В этот критический момент у батареи оказался начальник штаба 1-й армии генерал Ермолов. Увидев возникшую угрозу захвата высоты, он повел в атаку 3 егерских полка и батальон пехоты. Ермолов с георгиевскими крестами в руке, увлекая за собой, ринулся на батарею. Множество солдат стремились за ними и храбро шли на неприятеля. Ермолов Алексей Петрович, генерал от инфантерии. В Бородинском сражении начальник штаба Барклая де Толли. Участник заграничного похода и сражений при Люцине, Кульме, Лейпциге. С 1816 года главнокомандующий русскими войсками в Грузии и посол в Персии. Человек с достоинством, но ложный и интриган. Так характеризовал его Барклай де Толли. Денис Давыдов называл Ермолова ангелом-хранителем русских войск. От
Атаку Ермолова поддержали солдаты двух пехотных дивизий и несколько драгунских полков, которые слева и справа обошли курганную высоту. Французы оказались в окружении. Отбив батарею, русские устремились за отступающими полками. Успех был полный, а весть о пленении французского генерала, которого приняли за маршала Мюрата, облетела всю армию, укрепив ее боевой дух. Багарне бросил всю пехоту к батарее Раевского. Завязался огневой и рукопашный бой. Раненый картечью Ермолов передал командование генералу Лихачеву, а Багарне у Наполеона просил подкреплений. Курганную высоту требовалось срочно укрепить резервами. Кутузов, чтобы выиграть время и помочь Багратиону, приказал казакам атамана Платова и кавалеристам Уварова зайти в тыл французов и нанести неожиданный удар. Атака русской конницы была столь внезапной, что вызвала панику в ставке Наполеона. Император немедленно приостановил натиск на батарею Раевского и повернул дивизии в обратную сторону. Ожидая общее наступление русских, он ничего не предпринимал до 3 часов дня. Психологический эффект рейда был огромен. Русская армия использовала передышку для укрепления своих позиций. Пришла помощь и к Багарне. Полки Нея, кавалерия Мюрата и молодая гвардия. Наполеон приказал маршалам совместными усилиями взять курганную высоту. После артиллерийского обстрела на батарею Раевского понеслись кирасиры и уланы Мюрата. Основная тактическая единица кавалерии – эскадрон. Его численность – около 100 всадников. Перед началом атаки эскадрон выстраивался в 2 шеренги длиной 35-40 метров каждая. Всадники сидели колено к колену. Вслед за первым эскадроном выстраивались остальные. Эскадрон в строю шел рысью. Атакуя кавалерию, на расстоянии заключительных 90-100 метров лошадей поднимали в галоп. Чтобы быстрее преодолеть зону поражения огнем артиллерии или вражеской пехоты, применяли эту же тактику. Лошади, навьюченные походным скарбом, быстро уставали. За время одного боя заставить коня пойти галопом больше 2-3 раз не получалось. Атакуя, мчавшийся во весь опор всадник держал клинок над головой острием вперед, так как устав предписывал колоть, а не рубить. Подпустив кавалерию на 60 шагов, русская пехота открыла огонь. Кирасирские латы не спасали от пуль. Всадникам пришлось отступить к своей пехоте, которая плотными рядами подступала к курганной высоте. Приведя в порядок расстроенные полки, кирасиры прорвались сквозь стену русской пехоты, обошли курганную высоту и ворвались на батарею. Следом бросилась французская пехота. Несколько батальонов Лихачева оказались в окружении. На курганной высоте завязалась отчаянная драка, кровавая и беспощадная. Умру охотно для пользы Отечества! Лихачев повел солдат в штыковой бой. Изведал враг в тот день немало, что значит русский бой удалый, наш рукопашный бой. Рукопашный штыковой бой – самый страшный эпизод боевого столкновения. Шансов выжить в нем меньше, чем при обстреле. Трехгранные широкими лезвиями штыки наносили чудовищные раны, калеча людей. Командиры старались решить исход боя артиллерийским или ружейным огнем, наступлением плотным строем. Обычно это заставляло противника отступить. Но стороны, полные решимости довести дело до победы, бросались в рукопашную. Бородинская битва по числу рукопашных боев занимает одно из первых мест среди войн своего времени. Так, в бою за батарею Раевского от 30-го французского линейного полка из 4100 человек в живых осталось около 300. Из общей свалки французским офицерам удалось вытащить залитого кровью генерала Лихачева, который бросился на противника со шпагой в руках и был исколот штыками. Его и 15 выживших солдат доставили Наполеону. Я слишком почитаю, сударь, отвагу, потерпевшую неудачу, чтобы лишить себя удовольствия возвратить вам оружие храбреца.
бравы. Плен лишил меня шпаги, дарованной мне государем моим и отданной мною недобровольно. От него лишь я могу принять ее обратно. Лихачев Петр Гаврилович, генерал-майор, на военной службе с 14 лет. Командуя егерским полком на Кавказе, проявил самостоятельность в обучении и боевой подготовке своих подчиненных. Во время Бородинской битвы командовал 24-й пехотной дивизией. Из плена освобожден в декабре 1812-го. Скончался от последствий ранений в родовом поместье. Курганная высота осталась за французами. Но развить успех они не смогли. Сказывались неиссякаемые упорства русских, огромные потери и физическая усталость войск. Анри, рана у тебя, смотрю, кровоточит. К лекарю нужно тебе. Для прикрытия старой смоленской дороги Кутузов направил 3-й пехотный корпус генерала Николая Тучкова, старшего из братьев Тучковых. Ему был придан казачий отряд и 15 тысяч ратников московского и смоленского ополчения. Корпус защищал деревню Утицу. В случае необходимости Тучков должен был отойти к небольшой возвышенности – Утицкому кургану. Ополчение из крепостных крестьян, мещан, горожан вооружили пиками и топорами. Другого оружия не было. Из воспоминаний французского офицера. Вдруг высокий лес ожил и завыл бурей. 7000 бород высыпало из засады. Со страшным криком, с самодельными пиками, с домашними топорами они кидаются на неприятеля и рубят людей, как дрова. Кто там на кургане? Наши, ваше превосходительство. Наши. Спасибо. Через 3 недели в Ярославле Николай Алексеевич Тучков умер. Командование войсками левого фланга принял генерал Боговуд. По окончании сражения Наполеон начал стягивать войска назад. В русской армии все были готовы сражаться дальше. Криками «Ура!» встретили известие об атаке французов на следующий день. Бои разгорались и стихали. А борьба за жизнь продолжалась на перевязочных пунктах, подвижных и стационарных госпиталях, куда привозили все новых и новых раненых. На медицинских пунктах работали, как правило, опытные врачи и фельдшеры. Использовали бинты, корпию, спирт, хину, настои, мази, примочки, разного рода бандажи, пластыри, хирургические инструменты, шелк и многое другое. Прежде всего, судьба раненого зависела от первой медицинской помощи, быстрой и грамотной перевязки вовремя проведенной операции. Огнестрельную рану расширяли и очищали от грязи, костей и пороха. Как говорили, до красного мяса и чистой крови. Врач старался сохранить поврежденную конечность. С заражением крови боролись ампутацией, которую в полевых условиях делали с помощью ножовки. Анестезией служили спирт или водка. Доминик Жан Ларей, главный хирург французской армии, отстаивал раннюю ампутацию конечностей. При Бородине лично провел 200 ампутаций. Раненых на подводах из Бородина доставляли в Москву, где к концу августа 1812 года в госпиталях скопилось до 30 тысяч раненых и больных. По мнению некоторых историков,
Это число превышало 40 тысяч человек. В связи с оставлением Москвы раненых эвакуировали в Касимов, Елатьму, Меленки, Рязань и другие селения. Однако большая часть осталась в городе. Одно из самых кровопролитных сражений первой половины 19 века, Бородинское, после 12 часов непрерывного боя закончилось там, где и началось. Потери Наполеона историки оценивают в 35-50 тысяч человек. Среди погибших 49 генералов. Сражение стало могилой для французской кавалерии. Потери 60%. По разным оценкам, русская армия потеряла убитыми, ранеными и пропавшими без вести от 38 до 45 тысяч человек, включая 23 генералов. Получив более полные сведения об убитых и раненых, Кутузов свое решение о сражении отменил. Ближе к полуночи войска были разделены на 4 колонны и получили приказ отступать. Сражение нанесло ощутимый урон и французской армии. В распоряжении Наполеона осталось не более 80 тысяч солдат. Император полагал, что на следующий день Кутузов поведет свою армию на решающее сражение. В победе он не сомневался и был почти уверен, что именно в Москве к нему явятся представители Александра I с просьбой о мире. Но Кутузов действовал иначе. Армия отходила к Можайску. Наполеон узнал об этом лишь в 10 часов утра. Но кто же победил в Бородинской битве? Кутузов в реляции императору Александру I писал: «Кончилось тем, что неприятель нигде не выиграл ни на шаг земли». Но французы считали себя победителями, хотя решить главную задачу – разгромить армию Кутузова – Наполеон не сумел. Из воспоминаний Наполеона. «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми. Из 50 сражений мною данных, в битве под Москвой выказано наиболее доблести и одержан наименьший успех». Не доходя несколько верст до Москвы, Кутузов отдал распоряжение генералу Бенниксону подыскать удобное место для нового сражения. «Коли завтра сражение, то дырку от бублика ему, а не Москву!» «Кабы так. Вон народу сколько побили. От второй гренадерской, почитай, роты не осталось. А там свояк мой, слышно, убит. Выбрали урочище Фили в нескольких километрах от Воробьевых гор. Позиция была слабой, но армия была готова сражаться в любом месте, лишь бы не пустить врага в Москву. Кутузов приказал строить батарею на Поклонной горе, показывая, что намерен дать сражение. Однако, по словам генерала Ермолова, хитрый старик не собирался здесь сражаться и искал лишь благовидный предлог для дальнейшего отступления. 1 сентября 1812 года в 4 верстах от Дорогомиловской заставы на краю деревни Фили в доме крестьянина Фролова Кутузов собрал военный совет. Присутствовали военный министр Барклай де Толли, начальник главного штаба Бенниксон, командующий 2-й армией Дуктуров, генерал-квартирмейстер Толь, начальник штаба 1-й армии Ермолов, генералы Уваров, Остерман Толстой, Коновницын, Раевский. Все, что происходило в этой избе, до сих пор остается предметом дискуссии историков. Кутузов запретил вести протокол совета. О нем известно лишь со слов непосредственных участников. На главный вопрос, что делать, сражаться или оставить Москву и отступить,
Кутузов предложил высказаться всем генералам. Присаживайтесь, господа. Бениксон и Ермолов предлагали сражаться. За оставление Москвы высказались Барклай де Толли, Остерман Толстой и Толь. Каково было решение Уварова, Коновницына и Дохтурова, достоверно неизвестно. Последним высказался Раевский. Россия не в Москве, а среди сынов ее. Более всего надо беречь войско. Мое мнение – оставить Москву без сражения. По воспоминаниям Бениксона, 6 генералов были преисполнены желания драться, а 4, включая Кутузова, были против. В мемуарах Ермолова картина выглядит с точностью до наоборот. Я приказываю отступать волей, данной мне государем и отечеством. За ночь слышали, как главнокомандующий плачет у себя в комнате. Решение Совета стало известно в войсках. Уныние было повсеместным. Но в 10 часов вечера 1 сентября армия оставила Фили и двинулась к Москве. На рассвете первые эшелоны русской армии вступили в город. Мосты и улицы были забиты повозками беженцев, раненых и обозами. Солдаты шли угрюмо, не разговаривая, глядя в землю. Многие плакали. Кутузов отдал приказ генералу Милорадовичу, командовавшему арьергардом, задержать неприятеля, пока войска не пройдут через Москву. Маршал Мюрат стремился отрезать арьергард Милорадовича от города и окружить его. Тогда Милорадович отправил маршалу письмо. «Если вы начнете бой, то русские пойдут защищать каждую улицу и каждый дом и в конечном итоге подожгут Москву». Милорадович Михаил Андреевич, генерал от инфантерии, возглавлял арьергард, а при наступлении – авангард русской армии. За бесстрашие пользовался безграничным авторитетом среди солдат. С 1818 года – генерал-губернатор Санкт-Петербурга. В 1825 году, в день мятежа на Сенатской площади, обратился к восставшим и практически уговорил солдат уйти в казармы. Избежав ранений в 50 сражениях, 14 декабря генерал получил смертельный выстрел в спину от отставного поручика Каховского. Мюрат согласился подождать, пока последний русский солдат не оставит столицу. Эта благородная уступчивость объяснялась и весьма плачевным состоянием его кавалерии. Благодаря договоренности Милорадовича с Мюратом, русская армия и большая часть жителей смогли покинуть город. К вечеру 2 сентября Москва практически опустела. Наполеон с армией подошел к Москве. Thank you.
Венеция и Милан, Александрия и Лиссабон, Вена, Берлин и Рим покорились императору Франции. Но ни одна столица не имела для него такого огромного, почти мистического значения, как Москва. Здесь он надеялся получить от российского императора послание с просьбой о мире. Здесь его армия должна была обрести теплые квартиры, провиант и фураж. Французские солдаты входили в Москву. Позади бесконечные марши в жару без капли воды, ночевки впроголодь под проливным дождем. Позади огонь, кровь и тысячи убитых. Впереди мир, обещанный императором. Они верили, что уже победили русскую армию, страну и ее народ. Вид древней русской столицы с Поклонной горы восхитил императора, ждавшего депутацию бояр с ключами от города. Время шло. Никого не было. Наполеон терял терпение. Ему доложили, что в городе нет не только властей, но и подавляющего большинства жителей. В тот же вечер Наполеону стали приходить тревожные донесения. В Москве начались пожары. Решив, что это происходит по вине солдат-мародеров, Наполеон вызвал к себе маршала Мартье, назначенного губернатором Москвы. Он потребовал восстановить дисциплину в частях и прекратить грабежи. Вы отвечаете мне за это головой. Пожар полыхал в заряде. Затем загорелся Китай-город. Вскоре огонь захватил еще два района. Тушить пламя было нечем, да и солдаты, грабившие лавки, не очень-то хотели бороться с огнем. С трудом удалось затушить торговые ряды. На следующий день Наполеон въехал в Москву, над которой висели клубы дыма. Итак, наконец, я в Москве. В древнем дворце царей. В Кремле. Вечером пожары возобновились. Огонь перекинулся на большую часть города. От зарева было светло, как днем, а сильный ветер гнал огонь в центр Москвы. К ночи огонь вплотную приблизился к Кремлю. Гвардейцам едва удалось погасить арсенал, где оставались запасы пороха и зарядов. Но когда загорелась одна из кремлевских башен, маршалы обратились к Наполеону с просьбой покинуть Кремль. Это они сами поджигают. Что за люди? Это скифы. Какая решимость. Варвары. Какое страшное зрелище. Наполеон медлил. Войти в Кремль победителем и бежать, не проведя в нем суток. Это превосходит все возможное. Сжигать собственные города. Какая свирепая решимость. Какой народ. Какой народ. Огонь усиливался. От дыма уже трудно было дышать. Сир. Наполеон и его свита с большим трудом пробрались вдоль Москвы реки в Петровское. Загородный дворец русских императоров на три дня стал ставкой Наполеона. Москва продолжала пылать. О причинах пожаров в Москве историки спорят до сих пор. Наполеон в письме к Александру I в гибели прекрасного и великого города обвинил губернатора графа Растопчина. Задержанные французами поджигатели заявили, что выполняли его приказ. Сам Растопчин после войны то подтверждал,
то опровергал свою причастность к пожару. Существуют и другие версии. Это и поджог русскими лазутчиками, и неконтролируемые действия французов, и случайность, неизбежная в общем хаосе войны. По некоторым оценкам, пожар уничтожил 6,5 тысяч домов из более чем 9 тысяч. 122 храма из 329. Более 8 тысяч складов и лавок. Сгорели университет, библиотека Бутурлина, Петровский и Арбатский театры. В огне погибли до 2000 раненых российских солдат. Пока бушевал пожар, Москву разграбили и разгромили дочисто. 7 сентября, вернувшись в город, Наполеон нашел там выжженные улицы, разгромленные лавки и пьяных солдат. Увиденное тревожило императора. Сожженный город – плохое место для зимовки целой армии с пошатнувшейся дисциплиной. Наполеон был по-прежнему энергичен и деятелен. Из Москвы он продолжал управлять своей империей. Подписывал декреты, назначения и награды, указы. Среди них и статус театра Комеди Франсез, действующий поныне. Время шло. Александр I молчал. Для Наполеона подписание мира любой ценой стало делом чести. Император отправил 2 письма в Санкт-Петербург, но ответа не было. Оставалась и боеспособная русская армия, о местоположении которой Наполеон ничего не знал. Покинув Москву, русские войска вышли на Рязанскую дорогу, но затем вдруг круто свернули на старую Калужскую дорогу. Барклай де Толли, не согласный с этим решением, уехал в Санкт-Петербург. Вся полнота власти окончательно перешла в руки Кутузова и Бениксена. Движение армии на юг тщательно скрывалось от французов. Казачьи части и корпус Раевского, увлекая отряды Мюрата, продолжили отход на Рязань и растворились в лесах. Как только Мюрат выдвигался вперед, к нему из русского отряда выезжал казачий русский офицер и на изысканном французском языке интересовался, до какого пункта вице-король итальянский намерен продвинуться. Лишь 14 сентября Мюрат обнаружил русскую армию, расположившуюся у деревни Тарутино. 85 тысяч человек заняли выгодную позицию, надежно прикрывая южные губернии, откуда поступали рекруты, продукты питания, лошади и боеприпасы. Мюрат рядом возвел собственный укрепленный лагерь. После этого установилось негласное перемирие. Офицеры враждующих армий съезжались на нейтральной территории, общались, шутили и даже устраивали совместные пикники. Не отставали и генералы. Более всего в Британии преуспели два главных храбреца обеих армий – Мюрат и Милорадович. Из воспоминаний Ермолова. Генерал Милорадович не один раз имел свидание с Мюратом. Мюрат являлся то одетый по-гешпански, то в вымышленном приглупом наряде с собольей шапкою в глазетовых панталонах. Милорадович на казачьей лошади с плетью, с тремя шалями ярких цветов. Третьего подобного не было в армиях. Между офицерами установились столь дружеские отношения, что Мюрат был убежден, русская армия воевать с французами больше не будет. Он так и докладывал об этом императору. И Наполеон ждал мирных предложений от Александра.
Александр I долгое время находился в неведении о делах армии. Лишь через 9 дней после Бородинского сражения и через 2 дня после вступления неприятеля в столицу Кутузов известил об этом царя. «Осмеливаюсь всеподданнейше донести вам, всемилостивейший государь, что вступление неприятеля в Москву не есть еще покорение России». Кутузов объяснял оставление Москвы ослаблением армии после Бородина и отправил в Петербург полковника Мишо с устным докладом. В царской семье, при дворе, в дворянстве и купечестве царила растерянность. Кто-то паковал вещи. Не пойдет ли Наполеон из Москвы на Петербург? Некоторые высказывались за подписание мира. Однако большая часть русского общества была непримиримой. Сестра царя Екатерина Павловна заклинала брата не заключать мир. «Я скорее предпочту перестать быть тем, чем я являюсь, но не вступать в сделку с чудовищем, которое составляет несчастье всего света». Тем временем в тылу и на флангах наполеоновской армии появились партизанские отряды, развернувшие настоящую охоту на оккупантов. Первый приказ о создании партизанского отряда Багратион отдал за 5 дней до Бородинского сражения. Организовать подобный отряд предложил генералу его бывший адъютант, подполковник Ахтырского гусарского полка Денис Давыдов. Деревня Бородино была имением его отца. За 5 дней до битвы, когда его родной дом разбирали для постройки укреплений, Давыдов прибыл к Багратиону с предложением о создании летучего отряда. «Давыдов Денис Васильевич, генерал-лейтенант, писатель и поэт, двоюродный брат генерала Ермолова, участник войн с Францией, Швецией и Турцией. Его первый партизанский отряд состоял из 50 гусар и 80 казаков. Участник заграничного похода 1813-15 годов. С передовым отрядом без приказа занял Дрезден, за что был посажен под домашний арест. О храбрости Давыдова ходили легенды по всей Европе. Жители городов, куда входили русские войска, на улицах расспрашивали о Давыдове, желая его увидеть». В одной из вылазок небольшой отряд Давыдова отбил 200 русских пленных, захватил фуру с патронами, 9 фур с провиантом и взял в плен 370 французов. Наполеон ненавидел Давыдова и приказал в случае ареста расстрелять его на месте. Для его поимки выделили отряд в 2000 всадников. Давыдов, у которого было в 2 раза меньше людей, сумел загнать этот отряд в ловушку и взять в плен. 9 ноября под Ляховым Давыдов вместе с другими партизанами пленил 2000-й отряд генерала Ажеро. У города Копысь уничтожил французское кавалерийское депо, рассеял неприятельский отряд под Белынычами и, дойдя до Немана, занял Гродно. Вскоре после ухода русской армии из Москвы были сформированы еще несколько партизанских отрядов: капитана Сеславина, капитана Фигнера, полковника Кудашева и других офицеров. В тылу у французов вспыхнула настоящая народная война. Кутузов и Бениксен предприняли все меры, чтобы лишить французов любой возможности продвигаться вглубь России. Владимирское ополчение заняло дорогу от Москвы до Покровска. Рязанское стало по реке Оке. Тульское загородило путь на Серпухов. Калужское контролировало направление на Юхнов, Вязьму и Брянск. Сожженная Москва. Вот все, что досталось Наполеону в России.